Всем хай, с вами Дартифлай, и вот новенький видосик, да. Давненько меня не было на ютубчике, потому что, во-первых, нету возможности снимать, во-вторых, нету желания из-за моего ПК и монитора. У меня монитор квадратный, насколько вы знаете, вот. У меня сейчас видос растянутый, чтобы было на весь экран у вас там все. Но я обновил комплектующие немного, я, короче, купил Азу на 16 гигов процессора. Процессор Intel Core i7, и теперь я могу вполне нормально записывать Minecraft, ну, чтобы было без лагов, там, без всего такого. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что будет без лагов. Ну, по крайней мере, я играл в Minecraft вот недавно, уже после покупки всех комплектующих. Да вроде нормально работало. Я не знаю, как там с записью, что будет. Посмотрим. В общем-то, сегодня я буду играть в Майн, как вы поняли. И это, если что, лицензия. Да, лицензия, последняя версия, лицензия. Вот, то есть, купила лицензию, очень дорого мне обошлась, что-то в районе 1,5 косарей, что-то в районе того. Но, короче, вот, все. Сейчас будем играть на Hypixel, это очень популярный лицензионный сервер, на котором я раньше не мог играть. Честно говоря, отличий от какой-то пиратки, да, там, T-Launcher того же, как-то эта лицензия вообще не особо отличается. То есть, ну, какие-то там реалмсы есть, да, какие-то там вот эти штуки есть всякие разные. Но это что-то не то, за это еще платить, причем надо, чтобы играть как-то типа там с друзьями и так далее. За все это надо платить. Это такое, если честно. Вот. Ну и доступные лицензированные сервера. Короче, да, почти отличий нет. Короче, ладно, погнали, что-нибудь поделаем на Hypixel. Я сам пока не знаю, что мы будем делать. Просто решил записать видосик, чтобы канал не пустовал, потому что я уже год или даже больше года. Не знаю, я, короче, сколько-то времени уже не снимаю видосики на YouTube. Надо это исправлять. Да. Да, надо. Так, ну короче, вот, загрузилось, да. С записью немножко какие-то лаги есть, вроде как. Не знаю, как там что будет, но я записываю в 60 FPS. Сейчас должно быть все более-менее нормально. Так, что-то у меня там этот, управление. А то я же только сейчас скачал этот Майнкрафт. Короче, вот, да. Я не знаю пока, что тут делать. Я играл до этого на Hypixel, еще когда брал лицензию. Это где-то было, может, полгода назад. Вот. Поиграл минут, не знаю, 40, может быть. Что-то поделал там. Тут разные режимы есть, там всякие мини-игры, вот, какие-то еще штуки. Я не знаю, что сейчас популярно, но давайте смотреть по игрокам. Но больше всего какая-то дичь, вот, Skyblock, Sec, Editions, какой-то там Bugfixes, Skywars. Все игры вообще. Играю 24, ага, то есть суммарно сейчас 24 тысячи в игры играют. Мне интересно, что это такое? Это за Skyblock такой? Так, все, я понял, да. Я играл уже на этом скайблоке. Блять, что там? Я играл уже на этом скайблоке, короче, да. Скажу так, поначалу мне было интересно, типа, построить, что-то делать, тут своя ферма, еще тут своих чувачков ставишь каких-то, но потом что-то как-то надоело. Не знаю, что так много людей играют, но может реально затягивает. Я вообще хотел заснять Roblox, потому что я уже, наверное, в него не играл, наверное, год уже. Ну, вот с момента выхода последнего ролика. Просто я в Roblox особо-то и не играю. То есть я играл в Roblox, как чтобы что-то записать, какие-то ролики сделать. Раньше, я помню, я очень много в нем зависал, а потом что-то как-то надоело. Ну, она такая скучная. То есть, когда ты там заходишь на какой-то, не знаю, тот же симулятор какой-нибудь или Тайкон, ты его быстро проходишь, потом тебе просто надоедает, тебе там делать нечего. И однообразные текстуры и так далее, и тому подобное. То есть, все это надоедает. Я хотел записать Roblox, но что-то как-то не пошло дело. У меня аж семерка винда. А сейчас что-то там сделали, что теперь на семерке не работает, нам какие-то там обновления для винды качать. Не знаю, я либо перейду на десятку, ну, я уже хочу перейти на десятку, потому что у меня десятка не тянуло почему-то, не знаю. А сейчас, то есть, я думаю, потянет более чем нормально. Ну, типа, я либо скачаю эти драйвера, которые там необходимы, ну, точнее, драйвера, обновление для винды, либо следующий ролик ждите уже на новой винде. И, кстати, еще насчет музыки. Я же делаю музыку, да, кто не знал. Я пишу биты, я записываю тречки. Хотелось бы, конечно, в этом году что-нибудь дропнуть. Не знаю, как там, что получится. Дропну, не дропну, пока не знаю. В прошлом году я
Я вообще ничего не записывал. Я не помню, когда последний ролик выходил. Он, по-моему, в прошлом году вышел. Или... Да, по-моему, в прошлом выходил. А потом вообще желание просто пропало что-либо вообще записывать, чтобы что-либо делать. Сейчас, благо, я решил записать этот ролик, чтобы, как я уже говорил, чтобы канал не пустел. Потому что я уже год или больше года уже ничего не записываю. Не знаю, как скоро выйдет следующий ролик. То есть, потому что я сам пока что не знаю ничего. Для нового ролика нужны возможности для записи и поиск какого-то нового материала, где можно что-либо записать, что-либо сделать. Каких-то карт в Роблоксе, каких-то игр. То есть я уже нормально смогу какие-нибудь игрулики снимать. То есть да, хочется много чего заснять, много чего поделать. Но все это будет не знаю когда. В общем-то, как только, так сразу. Может быть, даже в скором времени я запишу какой-нибудь ролик. В ближайшие несколько дней, может, запишу еще ролик. Я не знаю, когда этот ролик выйдет, потому что мне его еще монтажить. Что-то мы тут забегались. Мне кажется, надо в чем-нибудь поиграть. В какой-нибудь мини-игре или что-то типа того. Давайте попробуем Bedwars, я что-то давно в него не играл. Блин, я так давно уже не играл в Майнкрафт, в Roblox, в каких-то игрушки. Отвык уже просто от игр, реально. Надо вспомнить детство, потому что я помню, в детстве я просто... Я искал даже сайты, где можно скачать Майнкрафт, и я не мог его скачать нигде почему-то, я не знаю почему. Я помню, находил какой-то сайт, где надо было ввести свой номер телефона, чтобы типа через браузер поиграть. Пытался еще как-то в ВК найти Майнкрафт. Помню видос, по мне попался в рекомендациях, где чуваки просто в ВК играли в Майнкрафт. Ну, это, скорее всего, постанова была, но... Хотя, да, теперь за маты блочат, то есть там вроде как в первые несколько минут нельзя материться или вообще весь ролик, я не знаю, как там все это работает, но вроде как блочат только в первые несколько минут ролика, а потом уже, типа, можно. Но в этом ролике матов будет мало, потому что как-то хочется больше поговорить, сказать, что новенького там и так далее. То есть этот видосик — это не какой-то контент, типа там поразвлекаться или что-то того. Это просто чтобы канал не висел пустым. Потому что я уже давно ничего не записывал, и надо как-то к этому привыкать уже. Потому что мне нравится что-то на YouTube грузить. Так, мне интересно, что это такое. Так, мы прогрузились. Короче, я не планирую ничего выигрывать тут. Просто чтобы поболтать с вами, чтобы просто что-то записать. Да и плюс, давно я в Bedwars не играл уже. Я могу очень часто повторяться, потому что я отвык вообще говорить на камеру. Так что не обессудьте. Так, где мы? Что надо делать? Так, ну, во-первых, надо брать железный слиток. Также попадать за золотой. Я надеюсь, тут всем дается, типа. А то я помню, я играл на каких-то серверах. Там, типа, давалось только определенному человеку, который стоял. И надо было подождать, пока он уйдет. И почему-то давалось только ему. Если ты, типа, встанешь, и он встанет рядом с тобой, ему будет капать, а тебе нет. Странная дичь какая-то. Но тут вроде все нормально работает. Мне еще плюс неудобно играть, потому что у меня перед лицом прям микрофон. Он на пантографе висит. Так, я купил кольчужную броню. Что это такое? Ага. Нам надо защищать кровать. У меня на моем даже старом ПК, ну точнее на старых комплектующих, на старые оперативки и процессоры, у меня вообще Майнкрафт даже на старых версиях подлагивал. То есть из того, что я мог записывать на свой канал, это только Roblox, потому что он в принципе нормально работал до этого момента, потому что я перед записью хотел заснять Roblox. Но, как я говорил, там вылезла ошибка Windows, что-то там опять не поддерживается. Вообще, многие игры уже ушли из Windows 7. Сейчас все переходят на 10. Многие давно уже перешли на 10. А мы пока что не переходим, потому что он почему-то у нас не тянул. Мы один раз перешли, у нас просто, я не знаю, у меня просто все зависало. У меня даже в FL Studio проект легкий рендерился, наверное, полчаса. Но сейчас, я думаю, что-то нормально будет работать. Не, может, мы какую-то кривую десятку скачали, то есть я в этом не особо шарю. Блин, я полный нуб вообще в каких-то мини-играх, потому что я примерно понимаю, что надо делать, но есть игроки, которые прям играют классно, то есть они приходят, тебя просто выносят за секунду. И там ты уже фиг что сделаешь с ними. Так, тут желтый, опа, блин. А я ничего не взял. Блин, я сдох. Так, с меня все солетело. Ну, пиздец, чё. Придется еще раз пофармиться немного. Что насчет контента, я не знаю, что я буду в скором времени снимать сюда. Ну, я планирую какие-то игрушки снимать. У меня в стиме много всякого говна, и хотелось бы что-нибудь поснимать.
То есть я только за прошлый год накупил всякого там дерьма в Стиме, и за этот год еще всякого дерьма накупил. То есть мне надо так что-то такое не особо требовательное снимать, чтобы я еще смог снимать на фоне, чтобы у меня Бандикам не слетал. У меня, кстати, в Стиме есть приложуха специальная, чтобы записывать экран с компьютера. Я ее брал, не помню, сколько она стоит, но она типа там нельзя в настройках растянуть экран, чтобы было на 1920, а то у меня 1280 на 1024, поэтому могу записывать только в растянутом формате. Так, блин, опять желтые. Он слетел, что ли, куда-то? По-моему, он упал. Так, там желтый идет, так что надо обороняться. А у меня ничего нету, кстати. Я пойду что-нибудь куплю. Может быть, оружие какое-нибудь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чё ты тут делаешь? А чё ты тут делаешь, а? Чё происходит? За пианино. Я не знаю, на какой я карте играл, где на Бедварсе там какой-то дракон был, там какие-то волны были, там прям очень интересно было. Я не знаю, что за сервер было, но там было прям классно. Я вот не понимаю, что за алмазы можно купить там? Это просто обычная валюта или нет? Или там какие-то премиум вещи доступны? Еще один строится, блин, надо бы его чем-нибудь сбить. По-моему, были какие-то фаерболы, которыми можно было сносить игроков. Вот только где они? А их тут нету. Ебать! Кровать уничтожена, ну пиздец. А, ну тебе пиздец, чувак. Ну короче, наша кровать уничтожена, я сдох и... И все, да. Вот так мы и поиграли в Бедварс. Хочется какую-нибудь веселенькую игрушку записать, не особо требовательную, чтобы запись не лагала, чтобы я нормально в 60 FPS все записал, чтобы было все четенько, классненько. Только экран все равно будет растянут. Вот, блин, для того, чтобы прям все идеально было, не хватает вот только собрать комп нормальный, чтобы вообще любые игры не лагали. И монитор, чтобы нормальный был, потому что я заебался уже записывать растянуто. На Ютубе это выглядит растянуто, то есть, например, когда я в Roblox играю, там все, ну, более-менее нормально, потому что там все равно камера отдаляется, да, там можно как-то камеру крутить и так далее. А вот, например, в Майнкрафте или в других играх, например, от первого лица, они просто как-то увеличенно выглядят, прям неприятно смотреть. То есть нету какой-то глубины, когда вот смотришь, и ты прям видишь, что в конце, а так просто какая-то глубина растягивается и все. Я вообще не знаю, что я сейчас несу, по-моему, какую-то хуйню. Ну, короче, вот, я просто хочу, чтобы чуть-чуть хоть кто-нибудь посмотрел этот ролик, понял, что я хочу записывать еще ролики. Еще я вам пересматривал недавно даже свои ролики, вот недавние. Ну как недавние, годовалые давности. Мне прям было смешно, там прям реально классные ролики были, то есть веселые. Хочется что-нибудь такого же записывать, но уже в 60 FPS, а потом еще мониторчик какой-нибудь нормальный, чтобы у меня не было на Ютубе растянутое качество. Так, ну и в принципе я не знаю, что еще сказать. Вроде бы я все сказал, хотя хер знает, что я вообще сказал. Но вообще да, ждите каких-то новых роликов в будущем, в скором, надеюсь, будущем. Ну, вообще, да, в скором будущем, то есть, еще на таком мониторе, то есть, все это я буду записывать, но уже в 60 FPS, чтобы не лагало, и надо реально какие-то нетребовательные игры записывать, чтобы еще я мог записывать через Бандикам, чтобы не лагало ничего, потому что запись тоже нагружает систему. Поугарать, что-нибудь позаписывать, как раньше. Как-то хочется развиваться уже в контенте и с музычкой также развиваться. Пора уже, пора, а то я уже, не знаю, года два сижу, ничего не делаю. Потому что нету мотивации что-либо делать. Да и возможности тоже нету. Ну, в общем-то, вот такой вот ролик получился. Разговорный больше. То есть я не планировал в этот ролик впихивать какой-то контент, чтобы поржать. Это такой чисто разговорный ролик. И чтобы у меня что-то на Ютубе новенькое было. Потому что у меня там из нового там шортс я выложил недавно. Ну, это шортс. Причем из старого ролика. Момент. Надо развиваться, надо что-то новое придумывать, надо что-то делать. Какие-то другие ролики по другим играм записывать, потому что мне этот Roblox уже заебал. А Майнкрафт, он, видите, даже на моем ПК подлагивает. Но это квадратная игра, там много всяких пикселей, всякой вот этой поеботы. Да и плюс я снимаю, и плюс играю на последней версии Майнкрафта. Я как сразу вот установил Майнкрафт, сразу зашел в него, я не настраивал ни графику, ни
ничего не настраивал. То есть все как есть, так и есть. Будет хуйню уже морожу. Короче, я очень переживаю. Я давно уже ничего не записывал, и как-то перед камерой все это что-то говорить. Непривычно, короче. Даже если в этом ролике нету ничего умного мною сказано. То есть, если я всякую хуйню просто несу, да как-то и ладно. То есть, этот ролик больше, чтобы чуть-чуть актив поднять на канале. Ну и чтобы он не пустел, потому что из нового, как я уже говорил, ничего нет. Блять, сколько я раз уже повторился за этот ролик. Я кучу раз просто повторил одни и те же фразы, блять. Я... Блять, вот что называется, давно не снимал ничего. То есть просто надо собирать уже новый ПК с новыми комплектующими. Но это в будущем, это когда-нибудь, я не знаю. Не знаю, когда все это я, блять, буду делать, но желание имеется. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока!